Торчики. Разные совершенно. Вот торчик, обратите внимание, тоже. Я просто вам показываю, что есть сегодня, поэтому такой вот еще. Здорово вообще, вот этот красивый такой, с фруктами, заварные пирожные. Супер вообще. Всякие соусы. Импортных товаров очень много, кстати. Что сегодня у нас? По ценам. Так вот. Такие вот еще. Грэн Смит, вот хорошие яблочки. Есть такие вот лайм еще, конфеты на развес, 229, 229. Тофи, ромашка, очень много конфет, тоже нужно смотреть, разбираться. Вот он, королевский шарм. Может, такие взять? Посмотрим так. В общем, тут весь день можно ходить и рассматривать все. Вот они, конфетки мои любимые с эвкалиптом, надо тоже взять. А здесь у нас идут хлебцы всякие, тоже полезные, цельнозерновые, пряники, тоже много чего есть. И хлеб, тоже разный, нужно смотреть. Хлеб они пекут сами,
в основном. Есть и привозной, конечно, но выпечка очень вкусная. Лаваш. Булочки тоже разные. Ролини. А как? Чабата. Кстати, все заморозка лежит в холодильнике, расфасована по отсекам. Тоже очень удобно. Пельмени отдельно, вареники отдельно, тесто отдельно. Не все в одном холодильнике, это очень удобно. Также основы есть для пиццы, кто не хочет заморачиваться. Цена такая. Рыбные фарши различные. Здесь рыба идет замороженная. Стейки всякие. А цены тоже разные. Хек, скумбрия. Хек пивнично-американский. Вот такой. Ну и курица какая-то вообще здесь непонятная. Вот креветки. В общем, здесь столько всего много, что пока обойдешь и забудешь, что нужно. Что, в принципе, сейчас у меня произошло. Но сейчас помню, что хлеб нужно. Хлеб хотела взять. Что здесь очень вкусная выпечка. Это молочная продукция, молоко, кефир. Молоко, кстати, дешевле, чем ВТБ, намного. Совершенно разное. И кокосовое есть разное совершенно. Кстати, простоквашино здесь дороже намного. Ну, есть другие, лучше даже марки. Поэтому буду, наверное, теперь здесь все покупать. Водичка такая вот мирнинская, хорошая тоже. Нравится мне. Но... Балло, бонбоссон. Еще такая, короче, здесь куча воды. А вот и моршинская тоже нравится очень сильно. Вот это вот зеленые упаковки. Здесь у нас специи. Кстати, орегано очень нравится. Надо будет тоже взять. Вот эта вот специя, она на пиццу хорошо подходит. Куриные крылья здесь. Цены. Здесь рыба.
Трески 31,49. Вкусная вещь, конечно. Настало время для чая. Такой чай здесь разный тоже. Баунти тоже. Здесь тропический мохито. Лавар. Молочный улун. Кофе такой, акция сегодня на него. Голд. Я растворимый не пью, поэтому просто показываю для тех, кто пьет. Конечно, лучше натурально пить. А вот и натуральный. Эспрессо. Арабика. Лайм еще есть. Такой батончики, кто любит. Какие-то конфетки вообще не видела. С мохито. Первый раз вообще вижу. Бельгийский шоколад. Вот он. Есть такие еще карамельки и конфеты. Королевский шарм. Так, тут мои любимые шоколадки, Милка, вот, пинат карамель, 90,49. Такая еще. У Короны, кстати, новинка, абрикос, крем, такие вот, шоколад. Ой, еще. Рошен. Миллениум. В общем, такой шоколад, но Милка больше всего мне нравится, потому что она более качественна. Я планирую сама сделать на днях шоколад, поэтому шоколад я сегодня брать не буду.